А сейчас о коммунальном происшествии в Твери. Горожане стали свидетелями того, как из-под канализационного люка в центре областной столицы хлынула вода и с небывалой скоростью заполнила собой проезжую часть. ЧП произошло около полудня рядом с автопарковкой неподалеку от пересечения улицы Трехсвятской бульвара Радищева. В считанные минуты под колесами стоящих авто разлилась огромная лужа. Пешеходы окрестили люк танцующим и вызвали специалистов водоканала. Сотрудники службы тут же выехали на место и в течение нескольких часов занимались устранением проблемы. Что стало причиной появления среди дороги гейзера источных вод, неизвестно. Скорее всего, авария на сетях.